Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. 18 лет вместе. Как живет молодой актер и певец Александр Асташонок с 54-летней женой-красавицей? В мире шоу-бизнеса немало разновозрастных браков, в которых супруги счастливы на протяжении долгих лет. И герои этого ролика тому подтверждение. Все прекрасно помнят телепередачу на первом «Фабрика звезд», в которой родилось огромное количество новых ярких исполнителей, а также музыкальных групп. Продюсеры один за другим организовывали группы, писали хиты для новоиспеченных звезд. Александр Асташонок – один из них, талантливый певец и бывший участник знаменитой группы «Корни». Среди представительниц женского пола было немало неравнодушных к его привлекательной внешности. Высокого брюнета с неким шармом во взгляде трудно было не заметить. История их любви с Еленой Венгржиновской немного нестандартная. Елена на тот момент была концертным директором группы «Корни». Молодой Александр был непунктуальным парнем, очень часто опаздывал, за что требовательная и строгая Елена часто его отчитывала. Кто бы знал, что стрела Амура скоро вонзится в их сердца. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды Александр заболел, и тут Елена начала снабжать своего подопечного витаминами, лекарствами и прочими снадобьями. Эта забота очень тронула молодого артиста, и Елена открылась для него с другой стороны. Именно в этот момент та самая стрела и долетела до наших влюбленных. С этого дня чувства Александра и Елены становились только сильнее, и скрывать их становилось все сложнее. Да еще и в рабочем контракте был такой пункт – никаких личных отношений, что еще добавляло изюминки, так как разница в возрасте была значительная. Елена старше Александра на целых 14 лет. Со временем отношения только окрепли, и скрываться от чужих глаз уже не имело смысла. Они сыграли свадьбу, и вскоре супруга подарила Александру доченьку Викторию, которая так похожа на своего знаменитого папу. Вместе супружеская пара уже более 18 лет. Сейчас Александр известен как актер театра и кино. Он оставил музыкальную карьеру и попробовал себя в новом амплуа. Супруга его поддержала. У Александра это отлично удается. Кто смотрел фильмы с его участием, думаю, отметили несомненный талант Александра. Пусть пока у него нет самых главных или ошеломительных ролей, но он уверенно идет к своей цели, а супруга Елена во всем его поддерживает. Глядя на совместные фото этой пары, совершенно не верится, что брак разновозрастной, и 54-летняя Елена очаровательна, привлекательна и свежа. А самое главное, у них настоящие чувства и любовь. А когда есть любовь, то, как говорят, любви все возрасты покорны, и возраст не имеет такого большого значения, по крайней мере для них. Вы согласны? Пишите свое мнение в комментариях. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока!